Нет, Всем, дорогие друзья. Кто соскучился по Айхану? Айхан? Айхан, смотри, разрушил комнату. Она серьезно делает. Почему говорит? Почему? Почему? Потом, да. Потом? Мне кушать. Все, кто скучал по Айхану, пожалуйста, Айхана будет много в этом видео. И сегодня у нас пятница, мы идем на рынок. Что будем покупать? Картошка, зеленая. Яблоко. На Аладжи Аспазарда. На рынке. На рынке. Гранат. Гранаты. Картошка. Помидор. Салат. Салат. Зеленый. В общем, сегодня у нас пятница, рынок. Сегодня 8 ноября. Покажем вам, что есть на рынке, какие цены, какой ассортимент в ноябре. Ну, в общем, надеюсь, что это видео вам будет полезно и интересно, и вы увидите, что продают на рынке. Ну, а сейчас мы в кафе, в нашем любимом кафе. Пришли на обед. Я кушаю куриный суп. У Айхана котлеты вегетарианские с картофелем, джаджик и рис. В это кафе мы ходим постоянно на обед, иногда на полуобед, полуужин. Ну, в общем, в описании к этому видео есть ссылка на это кафе, смотрите обязательно. Ну а сейчас всем, кто кушает, приятного аппетита, и нам тоже. Ну что, друзья, идем на рынок. И приглашаем вас с нами. Сегодня у нас Айхан делает покупки. Первое, что мы покупаем виноград. Виноград стоит 5 лир, и мы возьмем разный. Вот такой вот розовый, очень классный. Я люблю, на самом деле, вот такой вот крупный розовый. Можно взять немного черного. И еще есть виноград зеленый без косточек, по-моему, он. Ну, в общем, виноград мы любим. Мама тоже у нас очень любит виноград. И вот такой вот зеленый. Бучекирексис? Извиш. И вот такой вот зеленый виноград. Напишите обязательно в комментариях, какой виноград вы любите больше всего. Зеленый, вот такой вот черный, или вот такой вот шикарный розовый. Теперь покупаем помидоры. Цены на помидоры немножко упали. Лира 25. Салаталыкнека, да? А, и огурцы тоже по лире 25. Кабачки по лире. И мандарины 1,5 лиры, и апельсины 3 лиры. Так, Айхан взял мандарины. Мандарины 1,5 лиры. И сейчас мы возьмем хурму. Хурма 4 лиры. Ее нужно 2 дня подержать в пакете на руже. И тогда она поспеет. Ну, проверим, потому что мы всегда покупаем только свежую хурму, сочную хурму. Конечно же, бананы. Бананы у нас 7 лир. Бананы начали поспевать. И на банановую плантацию мы с вами съездим. Авокадо. Огромные авокадо 5 лир. Капуста поштучно 5 лир красная. Цветная капуста 5 лир тоже. Очень много зелени 1,5 лиры. Это мята, укроп, рока и капуста. Капуста стоит... Yoksa siz bizim maroldan almayacak mısınız? Yoksa siz bizim... Покупаем капусту и вот такой салат и руколу. Друзья, многие из вас спрашивают, что вот это вот за красная морковь. Так вот, из нее, вот именно из этой красной моркови, и делают шалгам. Есть редиска 2,50. Лимоны. Лимоны нам тоже нужны, потому что мы каждый день пьем воду с лимоном. Морковь 2,50. И гранаты. Гранаты килограмм
2,50. Гранаты из Газипаши очень вкусные, сочные. Апельсины 2, виноград везде, как вы видите, по 5, авокадо есть и по 3. И вижу зеленые яблоки по лире 50. Зеленые яблоки наши самые любимые, вкусные, сочные. Есть клубника. Клубника 10 лир и хурма. Клубника в Алании теперь есть круглый год. Хурма стоит 6 лир. Очень сладкая, вкусная. Здесь хурма по 5 лир и по 6 лир. Ну, вот так вот, если покупать, то ее нужно сразу же кушать. Помидоры 2,50. И будем здесь покупать помидоры и огурцы. Айхан, эни доматес насыл сечелет. Как выбрать самые лучшие помидоры? Кырмызы. Вот, вот такие вот. Они должны быть красные. Берем помидоры. С помидорами мы постоянно готовим салат. Огурец, помидор, рока. Обязательно все это с оливковым маслом. Иногда добавляем сыр, иногда добавляем оливки, но самый главный ингредиент – это, конечно же, оливковое масло. И огурцы. Огурцы здесь по 3 лиры. Огурцы подорожали, потому что уже не сезон. И когда не сезон, огурцы дорогие, а помидоры, наоборот, дешевые. Все свои покупки мы уже сделали, и сейчас с вами быстренько пробежимся по всему рынку. Капуста белокочанная 5 лир штука. Если написано вот здесь вот тане, это значит штука. И красная тоже 5 лир. Поменьше 3 лиры. Зелень стоит лиру. Свекла 5 лир. Морковь 2. Есть клубника помельче 7 лир. А, его начали продавать. Келек, да ими? Вот это вот называется келек. Он на вкус напоминает огурец, скорее всего. А вот это вот называется аджур. Тоже на вкус дыня с огурцом. Что-то, ну, что-то напоминающее по вкусу дыню с огурцом. Вот такие вот маленькие огурчики совсем, которые, скорее всего, солят. И очень много зеленого перца. И, кстати, этот перец сладкий, написано татлы таза, сладкий свежий перец, стоит всего 7 лир. Огурцы по 2 лиры, лира 50, помидоры, очень много огурцов, помидор, баклажаны. Ну и, конечно же, сезонные, у всех есть хурма. Хурма 4 лиры. Орехи и гранаты. Килограмм гранат 3 лиры. Баклажаны огромные. Баклажаны красивые 2,50. И кукуруза. Кстати, я слышала, 5 штук вареной кукурузы 10 лир. 7 лир. 7 лир, 10 штук. 7 лир, 10 штук. Апельсины свежие и мандарины. Мандарины по 2,50. Кстати, есть вот такие вот маленькие мандаринчики, а есть очень большие крупные мандарины. Напишите, какие вы любите. Вот такие вот крупные с толстой кожурой или вот такие вот маленькие. Я, например, предпочитаю вот такие вот крупные, огромные мандарины. Бананы вы уже видели. 7 лир килограмм.
Ну и опять стандартно огурцы и вот такие вот интересные помидоры. Это деревенские помидоры. Видите, какой они интересной формы. И вот такие вот, как будто на дольки разделенные. Очень интересные. Традиционно здесь много орехов, инжир. Очень много инжира. Уже расфасованные вот такие вот пакеты инжир. Или на веревочке можно купить. В Аланье рынки проходят каждый день в разных районах. В описании к видео смотрите, в каком районе какой рынок проходит и когда. В пятницу, вечером в четверг и в пятницу вот этот рынок в центре Алани. Так называемый пятничный рынок в Алании. И он наиболее популярный. Здесь у нас всегда картофель. Картошка 1,5 лиры. Лук 2 лиры. И вот такой вот большой картофель стоит тоже 2 лиры. И чеснок. 550 куруш. Всего 50 куруш. Очень много зелени. Такая яркая, сочная, всегда свежая. Мы всегда ее покупаем. И очень много едим. Ну и, конечно же, гранаты можно здесь сделать сок, выпить сок. И тыква. Вот эту вот тыкву я вам показывала несколько раз в своих видео. Вот именно из этой тыквы и делают десерт. Помимо того, что в тыкве очень полезные семечки, так вот из этой тыквы делают десерт. Можно купить уже порезанную. Вот эта женщина здесь ее чистит и режет. И фасует вот такие вот пакетики. И можно ее запихать в духовке, делать супы, десерты. Посмотрите, какая красивая, шикарная тыква. Есть, конечно же, красные яблоки, грейпфрукты. 3 лиры. И не забывайте подписываться на наш Инстаграм. Там всегда много интересных фотографий, советов и фотографий до того, как выходят наши видео. Не забывайте подписываться на нашу группу в Фейсбуке. И обязательно увидите много нового и интересного из Алани. Вот хурма. Сладкая-сладкая тыква. Гранаты 2 лиры. Всего 2 лиры. Вот такие вот сочные, сладкие гранаты. Ну и, конечно же, на рынке, помимо овощей, фруктов, зелени, каких-то приправ, сладостей, можно купить и сыр, оливковое масло, обычное масло, суджук, турецкую колбасу, яйца, ну и, конечно же, приправы и вот такую вот, например, пасту, которую делают как из помидор, так и в основном из перца. Вот такую вот сладкую пасту. Большой выбор гранатового соуса, приправ, халвы. Конечно же, оливок. Посмотрим, какие у нас цены на оливки сейчас. 40 лир. Это, наверное, самые дорогие. Айхан, вы на изрите? Из гора, дю. Какие-то запеченные оливки. 40 лир. И самые обычные оливки есть по 18, по 25. Домашние яйца и сыр.
сыр. Различные цены, я вижу, 39. Sana çeteden dört tane öldürür var mı? Abi, yemeği normal ya. Şeker, tansiyon. Очень много оливок. Очень много сухофруктов. Грецкие орехи 30 лир. Bu ne? Хурма. А вот это вот сушеная хурма, видите? Мы видели сами свежую, а вот так вот выглядит сушеная. Я никогда не ела сушеную хурму, поэтому кто ел, пишите в комментариях. Инжир 35 лир килограмм, орехи 80 лир. И семечки, самые вкусные семечки. А как их жарят? Жарят их вот в этой машине, как семечки, так и орехи. Свежие яйца 9 лир. 9 лир. Свежие яйца 17 лир. 15 штук 8,50. Большой размер. Вот так вот выглядит наш рынок сегодня. Много всего вкусного. И, конечно же, полезного. А здесь продаются тропические фрукты. Например, манго. Растет он тоже в Алании. И штука манго стоит 40 лир. И драгон фрукт. Такой стоит 15 лир, а такой маленький стоит 5 лир. Самые большие и красивые стоят 25 лир. И вот тоже что-то интересное, очень интересная дыня. Килограмм 3,50. Такой. Айхан, сандоли колонны един мыгич? Пен чимидим. Написано, дыня как мед. Очень интересная. Я такую тоже не ела. Вот такой вот, друзья, у нас получился сегодня поход на рынок. Надеюсь, что вам было интересно, потому что нам тоже было интересно. Ну а после этого видео вы увидите другие видео из серии наших поездок по Турции. Мы уезжаем в один очень интересный город. В общем, будет интересно. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм, на наш канал. И с нами всегда очень интересно. Всем всего хорошего. Пока-пока.